Какая книга стала самой читаемой? Сегодня в Национальной библиотеке подвели итоги республиканского конкурса «Литературная Чувашия. Самая читаемая книга». В конкурсе приняли участие 184 книги на чувашском и русском языках, изданных в 2012 году. Для определения популярных авторов было собрано 46,5 тысяч голосов. Именно столько раз читатели отдавали предпочтение той или иной книге. Самое читаемое произведение на чувашском языке написала Олька Эльмень, а на русском больше всех заказывали в библиотеках книги Хведора Уяра. Самая читаемая детская книга на чувашском языке – «Детская вселенная» Юрия Семендера. Дети очень любят птиц. И я, когда писал эти стихи на чувашском языке, конечно, старался поближе, чтобы душа была в этих стихах, моя душа, душа автора. Больше всего читают в Комсомольском районе. Район получил звание «Книжная столица». А больше всех республики читает, в числе многих, Ирина Федорова, ученица 10 класса Юсть-Косинской средней школы Маргаушского района. Я посещаю библиотеку месяц 3-4 раза. И сейчас, в данный момент, мною прочитано более 200 книг. Такой конкурс Национальная библиотека проводит уже в 12-й раз. Появляются новые авторы и новые книги. И сразу становятся популярными. Книга – это результат труда очень многих людей. И людей-профессионалов. Это авторы, это художники, переводчики, редакторы. Огромная команда профессионалов работает над тем, чтобы создать книгу. С каждым годом становится не только больше книг, которые участвуют в конкурсе. Организаторы отмечают, что расширяется и география. А еще, кроме библиотек, самые читающие произведения стали называть и в детских садах. Татьяна Молокова, Регина Кубайкина, Андрей Шоклев, Республика.